Семена и саженцы черемухи кистевой, обыкновенный черный блеск, вырастая, превращаются в деревья высотой до 7 метров с пирамидальной или округлой кроной. Крупные коричневые побеги направляются вертикально вверх. Листья овальные темно-зеленого цвета. Цветет на однолетних побегах большими цветками белого цвета. Плоды в виде ягод округлой формы черного цвета, собраны в кисти. Растение нуждается в большом количестве солнечного света. Обладает повышенными параметрами морозостойкости, поэтому не требует укрытия на время зимы. Может произрастать даже в регионах с холодным климатом, например, в Новосибирске. Черемуха кистевая черный блеск – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для групповых посадок. Черемуха прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола черемуха кистевая черный блеск можно отнести к группе высокорослые. Цветок окрашен в розовый цвет. Черемуха кистевая черный блеск имеет средний срок созревания. Обратите внимание, что черемуха кистевая черный блеск – пчелопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.